Зашел вчера вечером в Макдональдс, чтобы согреться, чека попить. И обратил внимание, что вечерние смены работают практически всегда одни иностранцы. То есть, если днем заходишь в какое-нибудь заведение, там работают преимущественно японцы в основном, то если вечерние заведения, вот такие типа Макдональдс, и потом какие-то кафе, которые работают круглосуточно, то там и комбини, то там подавляющее количество работников иностранцев в основном работают. То есть, видимо, те люди, которые учатся в школах и подрабатывают вечером или ночью. То есть Япония сейчас очень сильно нуждается в иностранной рабочей силе. Да, и там просто за кассой стояла еще девочка такая, какая-то из Бали или еще откуда-то. И она не переставала мне улыбаться, пока я с ней разговаривал. То есть улыбается и улыбается. Там спрашивает, тебе вам какой чай там? Я говорю, вот этот чай. Лимон добавить? Такая, я говорю, улыбается. Я говорю, добавь. А размер какой? Я говорю, большой. Да, забавно было. Вот уже другой просто формат общения уже получается, не такой, какой с японками обычно.